think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у меня сегодня пусть-пусть покупка. Ру. Нормально. Нормально, нормально дождались. Да запарил ты, что ты за мной бегаешь? Ну вот куда ты его туда в тот угол затаскиваешь? Вот нахрена? В общем, идейка. Попушить кубки, не знаю, попробовать поднять всех персов до 700 в этом сезоне. Ну, соответственно, я побью свой рекорд. Не знаю, хватит ли у меня, опять же, терпения на это все. Потому что, как обычно, хватает бравла на неделю, потом надоедает. Я не знаю, как некоторые люди играют в него, дротят, но в большинстве случаев... Меня хватает ровно на неделю. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватило добить. Меня хватает ровно на неделю. Не больше. Но я что-то на Бравл Бол пересел. Подсел, точнее, не знаю. Понравилась эта тема. Правда, в рандоме реально бывает. Подгорает очень. И на 700 здесь заапать. Ну, я прекрасно понимаю, что на некоторых персонажах будет реально очень и очень сложно. Хорош! Хорош, хорош. Нормально. Что это было, блядь? Я тут батька. Остал все-таки. В принципе, 1-0, 29 секунд, можно и побегать. Блин, я не знаю, апну 700 или нет. Вот я сегодня на ней уже 600. О, мы еще и забили, нифига себе.
Нифига себе. Ну, поехали, бро, еще. Еще пуснем. Чем не знаю, надо будет пробовать по 3 перса в день апать на 700+. Надо будет посмотреть, где кого хорошо апать. Ну, там с обычными персами, которыми я всегда играю, в принципе, проблем их запушить не будет. Че, откинули мячик? Не, нормально, затащили. А вот с персами, которыми я особо не люблю играть, вот там, конечно, будет... Ай-яй-яй, не хватило мне чуть-чуть совсем. Так, ребята, не слейтесь. Не... Ну куда? Так и знал, что сейчас он здесь выбежит. Так и знал, что... Так и знал! Я все так и знал, я все предусмотрел, что он сейчас будет. Страшного, главное продержаться. Куда вы, блядь, собрались? Тут батька тащит. 16 секунд. Изи, 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 изи вин. Изи гоу. Так, итого нам осталось 3 кубасика, ребят. Я в рандоме до 700 доапал. Ну, это, конечно, я не знаю, еще в Бравл Боле. Вы знаете прекрасно, что для меня такое Бравл Бол. Это боль. Да ты будешь бить или нет? Просто жесть. Да, это было жестко. Это было только что очень жестко. Нас бортанули. Жесть как. Хорош, красавчики. Да блин, ну бро, ну чё ж ты не повёл его туда, ну? Пипец. Просто жесть. Хорош. Хорошая каточка, плотненькая, плотненькая. Но тут нас просто, просто развалили. Обидно. Сейчас даст минус. Минус 7. И в итоге мне осталось еще 2 катки добегать на этом персе. В общем, не знаю я насчет того,
стоит ли пушить кубки, блин, ну дофига времени на это уходит. Считайте, я побегал одним персом вот 3 часа, чтобы до 700 почти добегать. Ну, в рандоме я имею в виду. Плюс 60 кубков, минус, плюс, минус, плюс, минус. Ну, как вариант, можно и в ШДшке, в принципе, подобивать будет. Илка, ты куда пошел, блядь? Ну, это просто Илка, тут по-другому не назовешь. Пацан уже не выдержал внизу этой турельки. Давайте, ребята, идите в центр. Да. Забежали, называется. Столкновение. Изи катка. Ну, здесь вот, в принципе, можно по 700, я думаю, апать. ШДшки в дуо. Считайте, плюс 7. Как вариант, да, пробовать перевести всех на 650, а потом забегать в ШДшку и здесь делать пусинг. Хотя, в принципе, можно и в Бравл Боли, но опять же, там всех персонажей не апнешь. Пуси, ой, ты решил забрать. А, блин, чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть. Как так можно было? Как так можно было? Так хотел ульту заюзануть на них. Заюзануть прям. Бро, там же ж наверху, ну чё ты туда бежишь? Нифига себе, все это слив. Это слив. Вот так вот, ребят. То плюс, то минус. То плюс, то минус. То плюс, то минус. В итоге минус один кубок. Поехали еще в этот. Бомбит. Вот реально бомбит. Из-за этого я в Бравл, не знаю. Не хочу сейчас играть, потому что реально очень последнее время. Может, чайка? Сейчас я тебе сделаю. Сейчас сахарку тебе подкину. Говорил, что сахарку подкину. Пусечки, как у вас делишки? Давайте еще, ребяточки, каточку. Помогите мне, пожалуйста, апнуть 700, чтобы я уже закончил этот видос и пошел спокойно плакать. Бум! Как вам такое?
Как вам такое? Как я их? Не понял, что это было. Пусть-пусть-пусть! Батька сделал пусть-пусть-пусть! Ничего себе, ничего себе, ничего себе. На 24-й бибочку свою затащил. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Что вы думаете по поводу пусинга? Всем удачи, всем пока.